В Одессе неадекватный водитель легкового автомобиля «Шкода» избил женщину, которая была за рулем трамвая. Как говорят очевидцы, мужчина сам создал аварийную ситуацию на улице Порто-Франковской, что привело к экстренному торможению вагона «Горэлектротранса». Водительница трамвая выбежала и ударила ладонью по заднему стеклу «Шкоды». В ответ хозяин легковушки нанес акцентированный удар в лицо женщине, после чего стал добивать уже лежащего оппонента ногами. В конфликт вмешались пассажиры и не дали покалечить женщину. Водитель «Шкоды» пытался скрыться с места происшествия, но сознательные граждане ему заблокировали выезд. По предварительной информации, неадекват не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники полиции. Ми дуже вдячні тим небайдужим пасажирам, що були в трамваї, і тим водіям, які їхали вздовж. Водії перекрили дорогу для того, щоб водій «Шкоди» не зміг втекти з місця події. А пасажири трамвая затримали водія «Шкоди», викликали поліцію та передали його в руки поліції.